интересное время, поэтому давайте послушаем живого классика. Дай бог каждому, друзья, для традиционного решения шел с этой песней этих слов. Оставь Бородинского чуть-чуть. Он меня стакан прикрывает. Давайте обратимся к новостям уходящего дня, что уже, возможно, обсуждали наши коллеги из других шоу. Но вряд ли, потому что их интересуют в основном говорящие животные, они серьезные вещи. Итак, друзья, Сбербанк с сегодняшнего дня не выдает автокредиты. Они на некоторое время заморозили свою программу по выдаче кредита, да, говорят, что будут на самом деле работать себе в минус.